привет! С вами Мамина Азбука. Я хочу вам рассказать пару слов про вебинар, который будет в эту субботу. Кому он нужен, зачем, как он родился и так далее. Поскольку я очень часто занимаюсь диагностикой, ко мне приходят разные мамы, и очень многие рассказывают печальные истории про то, что они находятся где-то далеко, либо они находятся в декрете с маленькими другими детьми, и им очень сложно куда-то выбираться, куда-то ходить, но они на самом деле готовы заниматься со своим ребенком дома, потому что вариантов у них на данный момент нету. По любой причине, по причине денег, по причине отсутствия специалистов, по причине возраста ребенка, по причине того, что специалист, который есть, не хочет брать ребенка, если мы говорим про какие-то маленькие города или центры. И на самом деле этот запрос был на постоянке очень долго. Многие приезжали, многие просили отснять готовую систему работы, которую бы они могли применять со своими детьми дома, такую, чтобы для этого не нужно было что-то феноменальное из оборудования и то, что каждая мама могла бы понять. Весь этот год я посвятила тому, чтобы углубиться в изучение темы сенсорной интеграции и нейрокоррекции. Я лично сама прошла минимум 2 длинных обучения, которые длились по нескольку месяцев в живом формате. Я была на многих дополнительных семинарах по темам ради того, чтобы понять, как мы, простые смертные люди, те, кто не занимается там нейрокоррекцией или сенсорной интеграцией на постоянке, можем использовать эти методы, То есть это, конечно же, мое не первое обучение по данной теме. У меня несколько лежит сертификатов разных лет в этом направлении, но и у меня вопросы оставались. Я знаю, что у многих мам после прочтения всей нашей переводной литературы в этом направлении этих вопросов очень много. Именно поэтому я решила, что нужно сделать вебинар обязательно с записью для того, чтобы мамы, которые действительно хотят что-то делать для своего ребенка, понимали, что. Долго думая, как преподать эту информацию, я поняла, что на самом деле для меня было очень ценно то, когда я попробовала сделать все эти упражнения на себе, но самое важное было понять, как правильно определить, что и когда делать. К сожалению, это тоже вторая такая проблема. Приходят разные люди и рассказывают про то, что, собственно говоря, ту информацию, которую они получают в интернете, то, что написано в книгах, невозможно развести, а подходит это твоему ребенку или нет. И ты начинаешь пробовать, делать что-то, пошло не так, попробовали, ребенку не очень нравится, и ты не понимаешь, почему. Вроде бы делать это нужно, но что с этим делать и как это преподнести твоему ребенку, ты не знаешь. И, соответственно, возникает логичный вопрос, а как обходиться обычным мамам, которые не специалисты со всей этой информацией. Вот я решила, что вебинару быть с этой точки зрения. Я, правда, убрала всю лишнюю информацию из разряда деталей, что где находится, оставила только то, что практически применимо. Ведь, согласитесь, каждой маме не так уж и важно знать, какое поле мозга не справляется в данный момент у ее ребенка, а гораздо важнее знать, как это проявляется и что с этим делать. И я предложу вам вариант с готовой системой, работы под вашего ребенка. Вы сами будете заполнять профиля, вы сами будете проводить диагностику, вы узнаете, как это делать детально, и вы сами будете понимать, какие упражнения нужно подбирать. Соответственно, я считаю, что эта информация очень полезна специалистам, которые не хотят углубляться в сенсорные профиля, не очень хотят работать как сенсорные терапевты, но тем не менее они применяют методы на занятиях. Есть детки с особенностями поведения, но речевые, когда ты понимаешь, что динамика твоего ребенка идет лучше, если он в это время пришел там, не знаю, со своим сквишем и его жмет, ты думаешь, что он его будет отвлекать, но на самом деле, благодаря этому сквишу, ты увидел, что у ребенка потрясающий был результат на занятии. Ты не понимаешь, почему. Так вот, я, скажем так, свой вебинар хочу посвятить
тому, чтобы на самом простом уровне мамы и специалисты могли разобраться в столь сложных вопросах, но с практической точки зрения, с практической точки ориентирования, да, в происходящем, для того, чтобы мы точно знали, точно понимали, как достичь максимального результата. Это именно практикоориентированный семинар, где я буду давать готовую схему, как я уже сказала. Поэтому, если вы готовы работать, если вы понимаете, что это есть у вашего ребенка, а на секундочку, диспраксия есть у всех детей, у которых есть трудности с речевым высказыванием, у которых есть низкий словарь, как правило, какие-то сенсорные компоненты там все равно проваливаются. Подтягивать нужно именно их. И наша диспраксия артикуляционная – это всегда последствия бездиспраксии, которая живет у нас в теле и является нарушением сенсорной интеграции, просто проявленным в достаточно легкой форме. Поэтому будем говорить об этом, будем говорить о том, как совмещать это с занятиями по развитию речи, как это делать и специалистам, и мамам. И как это делать так, чтобы ребенку нравилось. И самое важное, я хочу сделать очень большой такой раздел, но посвятим этому много времени, как это делать не специально. Как сделать так, чтобы вся жизнь семьи протекала естественным образом, но при этом кусочки сенсорной интеграции в каждом моменте быта, будь то еда, будь то туалет, будь то прогулка на улице, превращалась в мини-занятие по сенсорной интеграции. А вы для этого не делали ничего сверхъестественного и не искали ничего нового. Или там не готовили какого-то специального оборудования. Поэтому я приглашаю вас на свой вебинар. Информация пушка-бомба, вот правда. Степень подачи я 2 недели посвятила тому, чтобы сделать это должным образом. И это, как я сказала, уже первая часть, то есть будет еще вторая по запуску речи, основанная на этих сенсорных играх и упражнениях, дабы действительно мы могли с вами дать каждому ребенку системную работу, даже там, где нет специалистов и нет возможностей. Цена за семинар символическая, правда символическая, потому что минимум 6 часов живой информации вы от меня получите. Кто бывал на моих мероприятиях, знает, что у меня всегда огромная полезная рассылка, просто огромнейшая. Сама информация, ну, естественно, запись тоже будет, поэтому после Нового года будет абсолютно другая цена, когда этот семинар будет в живом формате, это будет абсолютно другая цена. Поэтому в данный момент, пока это вот еще вебинар и запись к вебинару, воспользуйтесь ситуацией, потому что это крайне ценная информация для мам всех неговорящих деток, для мам всех деток с диспраксией и, естественно, для мам и специалистов тех деток, которые имеют прям серьезные трудности сенсорной интеграции, проявляющиеся в нетипичном хаотичном поведении, в неполном понимании речи и в каких-то нестандартных реакциях на стандартные вещи. Поэтому приглашаю вас в субботу. Количество мест ограничено, я никогда не гонюсь за тиражами, да, за количеством. Я хочу, чтобы это была уютная атмосфера, где каждый понял бы абсолютно все, и мы бы могли по этому поводу пообщаться на достаточно хорошем уровне. До встречи в субботу! Пишите мне в личку, в директ по поводу оплаты. Все просто, денежка на карту. Я хочу, чтобы для всех это было доступно, реально. Вот, и до встречи в субботу.